Амурская область для меня родной регион. Я вырос, учился, состоялся в Приамурье. Здесь я женился, здесь родилась моя дочь, здесь похоронены мои предки. Я хочу сказать спасибо каждому амурчанину. Спасибо за то, что выбрали меня. Спасибо за то, что верили, критиковали, за ваши наказы и обращения, за то, что неравнодушны к судьбе родного региона. Амурская область – это наш дом, наш общий дом. Спасибо вам.